очень красивый мемориал. Я горжусь тем, что являюсь частью этого братства. Как-то наш командир сказал: «Помните, вы истребители. Если я узнаю, что вы стреляли по летчику, прыгнувшему с парашютом, я сам вас расстреляю». 20 декабря 1943 года американцы проводили очередную массированную бомбардировку городов Германии, задействовав сотни истребителей и тяжелых бомбардировщиков. Одним из пилотов бомбардировщика B-17 под названием Ye Old Pup был Чарли Браун, 379-й группы в Кимблтоне, Великобритания. Заданием бомбардировки было уничтожение заводов Фоке-Вульфа в Бремене. Однако рейд прошел неудачно. Самолет был подбит из зенитных орудий, а затем обстрелян вражескими истребителями. 3 из 4 двигателей были повреждены, все оставшиеся в живых члены экипажа ранены. Самолет стал легкодоступной мишенью. Компас был поврежден, и они летели над вражеской территорией в противоположную сторону от базы в Кимблтоне. После их пролета над вражеским аэродромом немецкому пилоту по имени Франц Стиглер было приказано взлететь и сбить B-17. Франц в это время заправлял свой Мессершмитт БФ-109, но по приказу тут же поднялся в воздух. Франц Стиглер, немецкий летчик ас, более 500 боевых вылетов, 17 раз был сбит, 1 раз побывал в плену, 28 подтвержденных побед и еще более 30 возможных. В конце войны пилотировал реактивный Ме-262. Стиглер подлетел совсем близко к поврежденному бомбардировщику, чтобы уничтожить его. Но вдруг увидел, что башня стрелка залита кровью, а оставшиеся в живых члены экипажа отчаянно стараются помочь друг другу, одновременно удерживая в воздухе самолет. Пушки кормового стрелка Б-17 отчего-то смотрят вниз. Стиглер принимает решение подойти ближе. Б-17 был как друшлаг. Пара двигателей не работала, повсюду кровь, летел на честном слове и на одном крыле. На борту 4 раненых, в том числе и командир, и 1 покойник. Франц поравнялся с кабиной бомбардировщика и встретился взглядом с Брауном. Стиглер рукой показывает: «Садитесь». Чарли отказывается. Франц опять показывает рукой на восток, в нейтральную Швецию. До нее полчаса лететь. Но Браун держит курс на Англию, через Северное море. 2 часа лету. «При виде такой картины я не нашел в себе силы их добить», — вспоминал потом Стиглер. Хотя на тот момент у него были зарегистрированы 22 сбитых самолета, и для получения ордена Рыцарского креста не хватало еще одного. Сознавая, что американцы не знали, куда летят, Франц показал Чарли, чтобы тот развернулся на 180 градусов. Потом Франц сопровождал и направлял пострадавшего Б-17 до Северного моря. Затем он отдал честь Брауну и развернулся обратно в Европу. Когда Франц приземлился, он доложил командованию, что самолет противника был сбит над морем, и никогда никому не рассказывал о том, что случилось. Чарли Браун и остатки его экипажа рассказали все на допросе, и им было приказано никогда не говорить об этом. В 1986 году на съезде ветеранов ВВС Gathering of Eagles полковника Брауна спросили о самой необычной истории в его карьере. И Чарльз, никому доселе не ведавший о странном немецком истребителе, рассказал эту старую историю. Она и правда была удивительна. Он не спас нашу жизнь, он просто отказался их взять. После этого Браун взялся за поиски этого немецкого пилота. Они заняли 4 года. Наконец, в 1990 году полковник в отставке Чарли Браун получил открытку от Франца Стиглера, давно уже ставшего гражданином Канады. Со словами: «Это был я». В телефонной книге Ванкувера Браун нашел только одного Франца Стиглера
и тут же позвонил ему. Стиглер во всех подробностях описал ему повреждения B-17 и как все произошло. Когда они наконец встретились, то обнаружили, что они жили достаточно близко на протяжении 50 лет. Их разделяло всего 200 миль между Сиэтлом и Ванкувером. Я летел рядом с ними в течение длительного времени. Они отчаянно пытались вернуться домой, и я решил позволить им это сделать. Я не мог стрелять по ним. Это было бы так же, как стрелять в человека на парашюте. А вот это моя послевоенная медаль, присвоенная Великобританией за то, что я не стал стрелять в Чарльза. Чарльз решил, что он кое-что задолжал Францу, и художник Роберт Харпер написал полотно для Стиглера. Встреча прошла отлично, и они стали хорошими друзьями. Их дружба длилась на протяжении 18 лет, вплоть до самой смерти Франца Стиглера, 22 марта 2008 года. Чарльз Браун пережил его всего на 9 месяцев. Он умер 24 ноября 2008 года. Ведение войн – это самое худшее качество человечества. Но тем не менее, на протяжении всей человеческой истории на войне всегда находились такие воины, которые прежде всего оставались человеком.